Заседание открыл и провел губернатор Алексей Русских в режиме видеоконференц-связи из Москвы. 12-13 мая представители бизнеса Ульяновской области посетили Калининградскую область. Делегацию региона возглавил губернатор Алексей Русских. С Калининградской областью у нас выстроено взаимовыгодное сотрудничество по широкому спектру направлений, взаимодействуем в сферах спорта, транспорта, культуры, композитной индустрии, логистики, АПК. Среди основных вопросов, которые мы обсудили в ходе визита, расширение промышленной кооперации и увеличение турпотока между регионами. В апреле в Ульяновской области начали восстанавливать леса. Первым к этой работе приступил Барышский район. К 9 мая высадили 1500 гектаров леса. Это позволило региону одним из первых в Приволжском федеральном округе выполнить план по лесовосстановлению. Сажаем мы на одном гектаре 6600 сеянцев сосны обыкновенной, хотя по нормативам, которые установлены, 4200 штук. Но мы сажаем 6600, чтобы лесные культуры у нас были лучше и гуще, скажем так, чтобы их реже пришлось дополнять. В настоящее время мы как раз, арендаторы лесных участков, приступили к дополнению лесных культур. Оно уже выполнено на площади 1800 гектар. В Ульяновской области из-за низкой температуры на улице возобновили подачу тепла в учреждениях социальной сферы. Такое решение приняла администрация 22 муниципальных образований. Правда, на некоторых объектах включать отопление стало проблемой по техническим причинам. По состоянию на 13 мая можно говорить, что тепло подается в 211 школ, 207 детских садов, 28 учреждений социальной сферы, 102 учреждения здравоохранения и 16 учреждений областных учреждений образования. В Ульяновской области благодаря улучшению транспортной доступности растет туристическая привлекательность региона. Из международного аэропорта Ульяновск ежедневно отправляется до 9 рейсов. Самолеты от нас летают в Москву, Санкт-Петербург, Новосибирск, Сочи, Екатеринбург, Минводы, Махачкалу и Калининград. С 1 июня запустят прямой рейс Ульяновск-Минск. С 1 мая также возобновляются рейсы по Волге на скоростном судне «Метеор». В части развития пассажирских перевозок водным транспортом напомню, что с 1 мая официально в Ульяновской области открыта пассажирская навигация на реке Волга. На сегодняшний день теплоходом «Московский-20» выполнено 8 прогулочных рейсов, перевезено более 250 пассажиров. Также с начала навигации в Ульяновский порт зашло 7 туристических судов. Также в Ульяновске занялись репродуктивным здоровьем молодежи. Подростков обследуют уже в старших классах школы с целью раннего выявления заболеваний, которые могут негативно сказаться на деторождении в будущем. Профилактика заболеваний ведется в рамках федерального проекта «Укрепление общественного здоровья». Валентина Никонова, Анатолий Рассохин, Улправда ТВ.